Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня у нас прилетела эстафета. Ну, я вот вам показалась, а дальше вы будете видеть только мои руки, что я делаю. По этой эстафете нужно было приготовить какое-нибудь блюдо. Кому интересно, у нас сегодня помидоры фаршированные. Но этот рецепт я тоже позаимствовала на другом канале. Канал называется Нелли Бавари. Кому интересно, оставайтесь. Итак, как всегда, уже популярен сорт жираф. Вот такие помидорки средненькие. Жираф очень плотные по структуре. И они очень хорошо вычищаются. Вот я срезала у них попки. Оттуда все изнутри вычистила. Получается вот такие вот гнездышки. То есть сегодня у нас не перцы фаршированные, а помидоры фаршированные. Ну, в принципе, наверное, каждая хозяйка знает, как это делать. Значит, помидоры я уже подготавливаю потихонечку. 5 штучек почистила. Вот они такие вот бочоночки получаются. Фаршик я подготовила. Фаршик у нас куриный. Добавила 2 ложечки в него риса. Потому что, наверное, сделаю еще несколько просто тефтелек с рисом. Дети помидоры не едят, а готовить-то буду уж в одном противне. Добавила туда специи, которые любите. Соответственно, посолила там, поперчила. Это уже на вас вкус, на ваш вкус. И сейчас буду начинять. Начиняю каждую помидорку вот так вот фаршиком. Ну и так все помидорки. Пока отключусь, покажу результат. Ну, Паша тут присоединился. Привет. Говори всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну, в общем, вот. Вот что у нас получилось. Вот. Помидорки, начиненные фаршиком. Сейчас, не знаю, сверху, наверное, немножко помажу майонезом. Кто не хочет майонеза, мажьте сметаной. А может и не буду. И поставлю на 45 минут запекаться в духовочку. Потом достану и будем еще добавлять сыр. Но я вам все покажу. А на данный момент сейчас это мы все поставим запекаться. Вот такая красота. Боюсь перевернуть, а то все выскочит. Вот. Ну что, отправляем в духовку на 45 минут где-то на 180 градусов. Сегодня у меня на кухне помогатор Пашулька, да? Да. Пашулька помогатор? Угу. Пообедал, вкусный супчик еще баба Алла варила, да? Фрикадельками и с лапшичкой. Ой-ка. Да? Ладно, давай ставим в духовочку все. Что получится, покажем. Сердцевинка от помидорок, мякоть, которую мы убрали, тоже не пропадет. Я ее прокрутила на мясорубку. Добавила, баночка небольшая у меня была, томатной пасты. Соль, сахар, специи по вкусу. Сейчас, когда все закипит, уже закипает, добавлю перчик. Еще на зиму будет замечательное лечо. Немного поварю, минут 15, и потом еще минут 10 с чесночком. И закатаю в стерилизованные банки. Так что ничего не пропало. И будет и вкусный ужин, и еще заготовочка на зиму. Ну, в общем-то, вот я достала помидорки фаршированные из духовочки. 45 минут они у меня стояли на температуре 180 градусов. Но у меня газовая духовка. Смотрите по своим. Вот здесь даже у меня получилось 4 тефтельки без помидор. У нас некоторые штатские не любят помидоры. Для них просто тефтельки. И сейчас возьму сыр. Вот такой у меня есть российский. Сейчас посыплю сыром и еще 15 минут в духовочку. Результат покажу.
Вот такие аппетитные фаршированные помидоры получились у нас на ужин. Опять же, здесь фигурируют помидоры жираф. Как ни крутись, я все-таки этот сорт буду, наверное, искать в магазинах на будущий сезон. По сути, я должна передать кому-то эту эстафету, но посидела вот так вот. Я даже не знаю, кому ее передавать. Сейчас что-то вообще просмотры как-то. То ли все еще никак от лета не отойдут. Ну, что-то девчонки, которые ко мне ходили, сейчас как-то что-то, не знаю, прям и не заходят. Если заходят, то очень редко. Так что эстафету, может быть... А передам-ка я ее Танюшке с канала «Будни молодой бабушки». Танюшка, принимай эстафету. Давай что-нибудь на камеру приготовь. Ты любишь своим ребятишкам вкусняшки готовить? Ну, а вас, конечно же, всех люблю. Сейчас я вам букет покажу. Люблю, ценю и уважаю. И вот такой шикарный букет из циней с добавлением веточек от бархатцев сегодня Алла собрала в свою вазу. В общем, всех люблю, ценю, уважаю и жду вас на своем канале. Пока-пока, мои дорогие.